163 серия, Мурманск, Магадан. Будет пройдено 70 километров. Двигаемся в сторону развязки на Якутск, Магадан. Заправиться надо. Режим записи. Так. Ну, поехали тогда, раз режим записи. Да, тут бы еще им заасфальтировать территорию, вообще бы цены не было. Неплохое место, абсолютно все платное. Воды набрать литр 2 рубля. Поверните направо, а затем поверните налево. Ну, хорошо сделано, и туалет, и душ, и прачечная. Прачечная плохо то, что нет сушилки. Очень много людей. Много людей. Прямо 156 километров. Много людей стирает. И место этот. Все веревки заняты, короче, сушилок идет у них. И буфет, и магазин, и гостиница, и теплый бокс. Я думаю, все видели. Так, 160 километров, солнце в лицо. Гаишники работают круглые сутки. Постоянно останавливают фуры. Досматривают их. Вообще
Стоянка шумная, в том плане, что очень много подъезжает автомобилей, в том числе и легковых. Хлопают дверями, громко разговаривают, у кого-то музыка играет. Хотя место хорошее. Нужно автомобиль или в стороне ставить. Или какие-то меры предпринимать, что ли. Выключаем с пряниками, которые купил в Чернышевске. Кушать не хочется, приходится заставлять себя. Хабаровск, 1300, скром
Смотрите сами, сами ставьте оценку. Я уже, честно говоря, устал давать положительные и отрицательные. 100 километров едешь нормально, и вдруг бабах, нежданчик. Какая-нибудь ротвина или еще что-нибудь. Или по ГОСТу, по СНИПам покрытие мостов должно быть таким хлюпающим, как гармошка. Пробежалась эта настройка по всему диапазону.
дороги, неровности давно убрали, знак стоит. Боковая камера пишет непрерывно 4 часа, поэтому через 4 часа надо будет остановиться, поменять карту памяти. Там 4,5 вообще-то. Внизу туман, какой день недели, сбился, какое число. Можно было здесь остановиться, но этот орел все занял. Внизу, вверху, шапка — это сопки или горы, скалистые сопки, скажем так. Проверил вчера пульс и кислород, неважно, скажем так, пульс-то нормально, 85, а кислород 92-93 единицы.
температура сейчас 12 градусов. Время, местное время 8 утра. Разница с Москвой 6 часов. Ложатся спать уже, наверное, часа два как спят. Так, зеркала запотели, непонятно почему. Высокая влажность была, поэтому все-таки я остановлюсь протереть стекла. Не нравится мне это, скажу честно. Разводы на стекле, они раздражают. Их на видеорегистраторе не видно, а вот солнце их четко обозначило. Это, наверное, от сигарет желтизна на стеклах. Так, зеркала отпотели. Я вроде бы ушли. Ну вот теперь стекло стало чистеньким, по крайней мере.
не вижу пока. Вперед. Трасса Р-297. Так, позади Ерофей Павлович, впереди Сковородино. Заезжать не буду. Интернета, значит, включаю навигатор MapMe. И независимо от того, есть интернет или нет, там у меня скачаны карты всей России, всех регионов. Насколько было возможным, отметил все места на карте, на навигаторе MapMe, места заправок, места для стоянок. Покажет, насколько, да в любом случае включу MapMe. Во-первых, не протестировать его нужно, проверить, насколько он
эффективен. Ну, пока вот в Карелии он меня здорово выручил, помог. Напомню, что не было интернета, и Яндекс.Навигатор не смог ответить мне на вопрос, когда я пытался найти границу стелу полярного круга. Спутники ловят несколько долговато, но я с видеорегистратором даже не сравниваю. Моментально включаешь видеорегистратор, моментально в течение 5-7 секунд устанавливает связь как минимум с 9 спутниками. Сейчас нас сопровождает 11 спутников. Мегафон показывает 100% мощности приема сигнала в режиме. Не могу рассмотреть. Все, связи нет. Опять есть. И связь неустойчивая. Может быть, от того, что подъем-спуск. Сейчас показываю 100% сигнал в формате Е. Это очень медленный интернет. И для навигатора не нужен быстрый. Достаточно. На улице до 14 градусов. Зеркала отхватили. Это точно там, где спускались вниз, там, где была небольшой туман, где был.
лошадь, что попутчики говорят. В эту ямку края острые, и проблем будет, мама, не горюй. Ого, друзья, за такое отношение к ремонту, к дороге, я вам ставлю вообще минус единицу. Выдолбили прямоугольные ямки, ямочный ремонт, и оставили. Когда будут заделывать, неизвестно, но сколько туда может улететь колесом автомобилист, это, во-первых, очень опасно. Вот они, ямки видно, да? Одни с водой. Поставили эти пирамидки, или как их, конусы, ну, водители сбивают, или не замечают, или воздушным потоком не поваленные все. Не нужно ставить эти конусы. Выдолбили ямку, сразу заделали ее, асфальтом или еще чем. Ну, это до первого несчастного с серьезными последствиями случая. Как только по башке дадут, блин, систему, это крайне опасно, крайне. Так что дорожникам на этом участке минус единица, даже не ноль. Злое с утра, почему, сам не знаю.
Нет, ребята-демократы, только чай. За такой ямочный ремонт надо наказывать. Что деньги освоили, блин. Деньги сняли, что ямочный ремонт выполнен. А как выполнен? Руки и голову за такую работу. Бессовестные. Автомобили далеко, поэтому связь такая хриплая. Вот они встречные. Видео не очень.
вообще слабенькая. Вернусь опять к этим ямочным, к этому ямочному ремонту. Днем еще их, допустим, можно заметить там издалека, как-то притормозить, сбросить скорость. А ночью, когда видимость гораздо хуже, ё-моё, ну надо же. Просто диву даешься, удивляешься. Интересно, какой-нибудь контроль есть со стороны водителей за работой этой дорожки? Надо зайти на Росдор, это Автодор, Росавтодор, посмотреть и высказать, написать свои претензии, замечания. Сайт Росавтодор и накатаю им жалобу и в плане ямочного ремонта, и в плане того, что когда берут участок шурфы для анализа полотна дорожного, за собой не заделывают вот эти вот дыры, скажем так, в дороге. Заправки сегодня этот вот Ерофей Павлович заправлялся, подъехал первый раз, значит, ставил шланг, все, подхожу, на окне табличка, пересменка с 6:30 до 7:30. Время было еще до конца пересменки минут 30. Я отъехал, подъехала «Газель», тоже ринулся к окну кассы, тоже постоял, ушел. Я смотрю, остается минут 7 или 8 до конца пересменки. Подошел. Ни слова не говоря, стою там в стороне. Вот на ставил шланг, машина стоит, все. Я жду, когда время 7:30 исполнится.
ровно в 7:30 открывается окно. Таким недовольным голосом женщина: вот, не даете смену принять, и слова не говори, просто стоял, ну, в стороне. И говорю: ну, я же ни слова вам не сказал. Пересменка, так пересменка, понимаете. Ну, я же не могу тогда вот стоять над душой. Говорю: да я в стороне вообще стою, к окошку близко не подошел. Ну, я же боковым зрением вижу. Да, есть такое, когда вот стоят над душой.